Всем доброго утра. Сегодня с вами, как всегда, Сануля Красотуля. 24 ноября сегодня. Вот такой снежок, его надо сметать. Иду кормить собачку. Первый раз спускаюсь. Вышел. Здесь такая вкусняшка, аппетитная, обалденная. Доча. Дина, подъем. Снег опять этот навалил, заколебал. То не погода, то... Дина! Доча! Доча! Дина! Вставай давай, подъем! Выползай давай! Трясись! Проснулась! Ну иди выползай! Ну чё ты как маленькая? Трясись! Всё! Просыпайся! Просыпайся, ешь давай! Ешь давай! Нормально спала? Ну-ка, зубки покажи. Есть зубки? Ешь. Делай свои дела и ешь. Рубай давай. Ешь, тепленькое все. Разогрел. Ешь давай. Ну, чего? Гладить? Все. Делай свои собачьи дела. Делай. О, просыпайся. Все, собака встанет, собачьи дела свои делает. И ешь давай. Понятно? Давай ешь. Пойдем птичек кормить. Птички у меня. Ешь давай. Ну-ка ешь. Куда пошла? Ешь давай. Иди ешь. 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 Потом холодное будет. Ладно. Сейчас пойдем в суп. А, сейчас. Сейчас накормлю птичек. Ну-ка ешь давай. Так. Пойдем в магазин. Надо будет сменную вот эту вещи поглядеть. Отцу. Врач звонил. Сегодня поеду его мыть с 4. До 6, но я с собой маленький тазик на всякий случай возьму. Потому что насчет ванны. Врач-то говорит, ванна-то есть. Но его ванну-то никак. Если только с тазиками и обтирать делать. Сейчас я здесь смету вот это все. Птички, я не виноват, что снег. Птички, я не виноват, что снег. Сейчас они быстро тут разгребут. Все. Хорошо. Целая куча. Куча. Все. Пусть разгребут. Зачем он пошел этот снег? Уже тут как тут, чик-чирики. Вон они сидят в углу. Хочется? Идем собаку будить. Пока разоспится, натянется. А нет, ест, вышел. Я же говорю, это то же самое, как человека разбудить и заставить. Человек спит. А ты ему раз тазик пельменей, только глаза откроешь. О, ешь, как вкусно. Я же знаю, что как вкусно это. Ешь, чтобы все съела. Я же знаю, что это вкусно. Да, ешь давай, мой. И будет. Так, собаку накормил, птичек накормил. С лестницы надо сметать. Только с лестницы смету. Настало этот снежище. Сейчас магазин. С вещами. Но я все-таки тазик возьму, потому что
знаешь, так будет правильнее. Потому что если не сможет, как я его, только обтирать и воду менять в тазике. Чистые полотенчики, сменное белье, все как надо сделать. Да. Сметаем. Дим-д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 им. Еще все сыпет. Так, листы наши позавалило. Ну ладно, хоть кирпичи перевез. И цемент закрыл. Там верхний-то лист можно убрать. Там обычно подмораживает верхний лист. В общем, выдвинулся я. Пойду через поле. У нас там магазин есть большой с одеждой. Погляжу там. Купить надо будет отцу. Ну, вот это все необходимое. Больших размеров. Ну, сменные. Вот, не знаю, я там в прошлый раз был найти. Если не получится, то наподобие шорт поглядеть. Все поглядели. Штаны надо посмотреть самые большие. Прогуляюсь туда и оттуда пешком. Надо будет салфетки влажные. Но я все уже поглядел, что возьму. Сперва хотел губкой его мыть, если не получится его туда в ванну. Сам еще этот сперва отец позвонил, что врач ему сказал, чтобы мыть. Потом мне врач сам позвонил, сказал: ничего остальное не надо, никаких ни лекарств, ничего. Даже вот эти все от чего. И, ну, чтобы не мешать курс. В общем, только вещи и обмывать. Мою, протирать, жить. Все вот это возьму. Сразу большие пакеты, чтобы с собой остальное привезти. Да, с 4 до 6. Приеду пораньше. Чтобы там, наверное, в половину поеду. Пол четвертого. Долго пробуду. Ой, ладно. Топаем. Топаем, топаем, топаем. Угу. Целая куча. И с той, с той стороны вещи. А то если большие совсем, то вот. Там дальше они. Там больших нет. А, вот они самые большие. Угу. 6x. Так, а мы надо. Так, 1x, как они отличаются. Десять. Во. Идеально. 10x. Еще 10 есть? Еще 10 как раз. Девять. Девять.
10. Давайте 9. 10. Не, вот эти все-таки лучше. Вот такое. Так, я иду, в принципе, с большим пакетом. Взял я отцу, походили еще. Двое вот таких шорт, наподобие, с короткой этой, а не до колена ему, чтобы не закрывало. Самый максимальный размер я нашел и забрал сразу 10XL. Все-таки, чтобы удобно ему натягивать было. Больше 10XL нет. Штаны тоже самые максимальные нашел, какие есть. Вот эти трусики, три пары, я последние забрал. Там, кстати, очень редко, ну там написано 60-й, но можно натянуть. Все нормально, можно натянуть, он не такой полненький. А носки еще долго я выбирал, теплые. Попросил уже другую ту женщину. Мы там долго с ней носки выбирали, там по привозке взял. Именно на широкую ногу, короткие, очень редкий вариант. Все вот это перетормошили, переглядели. Там у них без ценника приходят эти, а ценник внутри. Переглядели, очень редкие такие нашел. Блин, самое идеальное под ногу. Где вот это места широкие, вот эти вот сами. А сами они короткие, но теплые. Ладно, топаю до дома. Сейчас перейдем. Оттуда я уже поеду на такси. Ну и все, что надо. Как раз. Все-таки полотенчиком я его буду обтирать. Принял решение, что только полотенчиком. Никакими губками, а вот этими новыми. Не вафельными, а вот именно махровыми. Во. Тем более они у нас есть. Махровые полотенца. Нормально, главное шорты. Эти объемные. И трусики. Все, потопали. Нам километр топать по дороге. Вот я уже и дома. Мамуля красотуля приготовила за это время. Вот такой винегрет она как раз сделала. Винегрет. Постоял в холодильничке. Здесь два куриных яйца. Ага. Хлебушек. Вот это давайте. Попила. И вообще вот так красила. Пробовала. Угу. Сейчас почищу за минуту. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Всем, кто будет пить кофе, приятного кофе питья. Почищу заодно, надо было на что-то на это почистить, покусать и маленько покусаю, попроведаю, съезжу отца, как раз через час поеду. За клеенку залез. Фиксим. Ну что, приступаем. В общем, попроведаю. Как раз вещи увезли. Вкусненько.
Можно было, конечно, положить в чашечку. Культурно. И одни кушают с общей миски. Ну, ладно. Так, ну что, я опять за хлебом полез. Завтра у нас получается суббота. Завтра на стройку начнем ходить делать. Ты куда положить? Вот сюда это. Молоточек? Ага, вот видишь, его надо это хорошо подбивать. А положи туда ко мне. Вот, вот туда положу. Или туда? Ну, туда выйти. В коробке моей с этими инструментами. Туда уложи его. Ну ладно, сейчас я мусор коробки вынесу. Все посижу маленько. А то надо капусту с мяском потушить маленько. Мяско еще есть. Да, Буська? А что там не ела? Там молоко. Вот молока. Да, Буська? Молоко и это, как это пакетик я мышки. Там я по полю шел. Что? Я два дня назад шел. Не было. Кто-то привез целую кучу покрышек. И сразу в поле, ну, с асфальта вывалил. Там, наверное, КамАЗ целый. Ну там зачем вот это? Оно потом горит. Все. Оно вообще горит и чернота и. Ну зачем вот это, ну, на поле? Там на Грязово ехали с дороги, подъехали, наверное, ночью. Развернулись что и высыпали. Покрышку от резину. Автомобильные шины. И говорит, знаешь, что надо было? Ты здесь в лотке покупал хлеб. Надо было молока купить. Нету молока. И яйца еще тут. Завтра. Завтра на кексике. 4 яйца. У меня там всего лишь маленьких. 2 вот таких. Тоже я. Маленько заведу, чернотлив есть. Угу. Это чернотлив бывает. Масло есть, мука есть. Собака. Угу. Да и да, да, Буся. А что ты тыну включил? Ну что, конечно, там? А что мерзло? Потому что в той комнате это холодно. Ты еще нормально двигаешься там вообще. Все руки сейчас тоже вынесу. Правда. Потушим. Ярко. Угу. Капусточку всю. И такую и свежую. И такую там остатки у меня. Квашеные капусты. Лучко туда. О! Вечером как наедимся. Пока мы немного так будет. А что не доел? Еще возьми там 2 яйца. Ну, хорошие. А 4, они зачем? Маленькие, ну, еще 4 на салатик завтра. Поел, хватит. Вот там поел. Хоть бы хлеб доел. Ты перемешай винегрет этот. Это что надо кушать. Да. Говорю, он это витаминки. Ну, хватит жарить. Да. Ну, что? Круто мы едим. А что круто мне едим? Мне еще в дорогу. Да. Ой, господи, да ты хоть целую ложку поддень. Нет, он какую-то капельку поддевает, капелюшку и все. Винегрет вкусный. Ну, ты будешь убирать холодильник? Морковку. Фигу доедет. Надо покупать маленько штуки. 3 морковки такая есть. Ладушки. Покушаем. Вот такое вот так мы едим. Чего мы так едим? Мне надо потом на дорогу. Я бы побольше поел. Так это, знаешь, это же овощи, это не мясо. 2 яйца, хлебушек. Ну и что?
Это же овощи. Ну и что сейчас наешься, а потом... Что там они вот так сейчас... А если это? Знаешь, через час ты вообще будешь исходить еще уже опять. Ну, не так сильно. Малокалорийные. Нормально. Для поддержания штанов. Овощи, да овощи. Морковка, пекла. Картоха, огурцы. Капусту не стало уже. А, и зеленый горошек еще. Угу. Старые фильмы идут, такие даже огурцы? Не видел. Это. Ой, ладно. Как говорится, день продолжается. Бусиком спать легла, кстати. Бусиком спать легла, доводилось. Ладушки, день продолжается. Побегала везде. На улице побегала. Ну, везде пошарилась. Пошла домой, но по культурно. Побегала, да? А в туалет домой. Так. Культура. Так, я уже возле больницы. Здесь два пакета, бадажок. Все. Сейчас попроведу отца, все, что надо, посмотрю, все, что надо, выясню. Пойду сейчас наверх, приемные часы. Чего, Собакин? Нету ничего. Съестного. Ну, как ты, отец? Привет, привет. Нормально. Нормально. Сидим вот с этой самой. Моемся, переодеваемся. Все. Чистенько, новенько. Что на себя? Что идет, в общем. Как конвейер. Понятно. Ну, ладушки. Так, вот и все, вышел я с больнички. Сейчас буду вызывать такси. Так, коронный номер! Кстати, тут я этот... Подождите! Это кальсоны! Мы тут как раз начали смеяться. Куда они, эти кальсоны? Эти кальсоны из милиции. Где ты их с какой момента вытащил? Раньше в этих... Не позорьте, а! Я не позорю, что я тебе позорю? Ну, возьми трикошку, выпиши себе, боже мой, здесь... я не знаю, откуда где ты взял. Ниточка. Вещь хорошая, смотрите, кукленькая. Ну, я научу делать. Я не знаю, смотрите, она. Действительно. И вообще, чего видите, оно? У меня здесь резиночка и дырочки. Дырочки, видите дырочки? Они сейчас вот с меня спадают. Я вас научу, есть такой лайфхак. Да, он сейчас, она у него я резинка, она вытянутая резинка, она вся уже вот такая я вот резинка. Она уже не резинка, нашел. А как тряпочка, он сейчас ее возьмет и завяжет до силку. Где резинки-то все, кто их делал? Ой, бу... Игорь, не смеши народ, а! Да я, да вам, дай мне поучить. И так пишут, что как вам жарить будет. Люди не знают, пусть пишут все, что хотят в душе угодно. В рамках разумного. Где? Как будто бы нечего одеть. Резинки, ладно. Нашел я тут другую резинку. Сейчас. Ну сейчас. Все, давайте, пошел. Нет, я не пошел. Резиночку-то завязал там. Все, я сейчас. На узелочек-то. Я иду к камере. Кого? Все. Да, я показывал. Ой, как. Короче, край, все. Подходим. Смотрите, если у вас спадают штанишки, действительно, конечно, делаете дырочки с одной стороны, с другой стороны. Должна быть это. И наполовину натягиваете. Теперь, чтобы штанишки не спадали, надо сделать вот так. В эти кальсоны. Вот. А делаешь дырочку побольше. Еще тепленькая это вот кальсона, а еще кофточка так. Тепленькая. Делаешь одну дырочку, подмираешь, вот. Так, осторожно. И вторую дырочку. Осторожно. В Советском Союзе это на нормально. И тепло. Нормально. Еще кофточка. Так. И вообще здорово. Кофточка. И ничего не мерзнет. Не мерзнет. Все хозяйство отдыхает. Ничего ты не понимаешь. Что смешного-то? Я ж тебе думаю, что там это, Игорь. Приданное твое. Это приданное. А что ты смеешься? Это раньше носили, знаешь. Раньше, что? Да, раньше. Службы носили. Берешь. Сейчас все, уже. Подвязываешься. И нормально. Ой, их грех. Чем не это? Оба. Оба, видели? И получается вот такие ушки. Вот и хорошо. Одно ушко тепло, здесь, да. Другое ушко там. Ай. И все. И оно держится. Раньше хоть веревочкой подвязывали здесь, да. Чтобы последние штанишки не утащили, когда да. спишь.
Когда спишь, чтоб ремешков не было. Последние штанишки, как говорили раньше, большие не уточили. Так, ладушки, показал я. Это убери, ой, как? Я сейчас уберу это. Это действительно. Ну зато тепло. Зато тепло. Главное, чтобы все держалось и могло. Ладно, с вами были опять мы. Я бы и так не увидели, если бы ты не показал. А что не показал? Показал. А что-то у меня слабенько. Не, ну правда слабенько. Я не подтянул. Я заговорился, сейчас я еще покажу. Темно, а потом в туалет ходить-то. Как? Так в туалет как ты? Так и ходи. Так и ходи. Блин. Ребята. Шо? Девчата. У меня все равно она жидкая. Ты впереди эту футболку, она у тебя торчит. Надо вот так сделать. Нормально. Зато тепло. Так, вот так вот надо. Во. Делаешь одну дырочку, делаешь другую. Нормально. Все, надо подтянуть еще больше. Это такая для компрессии. Во! Ой, господи, боже мой. А что ты? Да так и делают, так и живут. Это свои тонкие хитрости. Во! Идеально. Это свои тонкие хитрости. Нормально? Классно. Все, смотрите. Отлично. Это мода, это хорошо забытое старое. Вот честно, что да. Раньше носили, тряпочкой, сейчас модно возвращаться. Веровочка и все, дело. И брюки превращаются. Легким движением. И кальсоны превращаются легким движением руки в модные обноски. Ладно, с вами были мы. Всем пока-пока. Вкусняшек, вкусняшек и отличного настроения. Пока-пока.